Поселок Первомайского отделения конезавода номер 11. Это поселок в Панинском районе Воронежской области России. Входит в Дмитриевское сельское поселение. Улицы, которые входят в состав поселка, это улица Кольцевая, Мирная, Садовая. Численность населения. В 2005 году 130 человек, в 2010 году 303 человека. Расположен поселок в западной части поселения, удален от центра поселения на 14 километров. Заезд в поселение осуществляется по дороге регионального значения Воронеж-Тамбов, поселок Майский. Поселок расположен у западной границы поселения, южнее села Михайловки 2. Информация о поселке довольно скудная, поэтому я немного расскажу о Дмитриевском сельском поселении в целом. Поселение расположено в северо-западной части района, занимает площадь 8107 гектар. Его восточной границей является железная дорога Графская Анна. Поселение пересекает автодорога Воронеж-Тамбов. Через территорию поселения протекает река Правая Хава с притоками рек Желтуха и Ртищев. Территория поселения до 1928 года относилась к Ивановской волости Воронежского уезда. Уже в конце 18 века на карте генерального межевания показаны села Дмитриевка, Богородицкая, Михайловка, Никольская. В состав поселения сейчас входит 7 населенных пунктов, включая поселок Первомайского отделения конезавода номер 11, численность населения которых 1002 человека. Из этих поселков наиболее быстро развивается, судя по численности, поселок Первомайского отделения конезавода номер 11. Так как, например, в поселке Богородицкое численность населения убывает, в поселке Никольское также убывает, в поселке Михайловка 2 тоже убывает численность, а вот в поселке Первомайского отделения конезавода номер 11 численность возрастает. Такой прирост населения в поселке Первомайского отделения конезавода номер 11 обусловлен тем, что в состав его входит компания ООО «Майский», которая была образована в мае 2006 года. Занимается эта компания продажей яблок, сена, овса, меда. И в связи с этим, в общем-то, этот поселок бурно развивается в данное время.